обычный день. Все та же суета. Обязанности те же, что вчера. О боже мой, какая скукота. Вся эта канитель с утра. Подумала она, тихонько встала. Зашевелилась доченька внутри. Мое сердечко нежно прошептала. Ты скоро будешь с нами до зари. А я пирог на завтрак приготовлю. Твой брат и папа попросили перед сном. Накрою стол, подъем промолвлю. И кушать сядем вчетвером. Пошла на кухню, дверь качнулась. Посуда с грохотом слетела вниз. Она не удержалась, подскользнулась. И слышит мужа крик: «Ложись!» Как будто в бездну полетела. «Сынок, любимый, где же вы?» Пронзила острой болью тело. В ушах зловещий шепот. Все мертвы. Лежит она под грудами обломков и чувствует, вот-вот родится дочь. Продрогнув, вскрикнула негромко. Никто не слышит. Некому помочь. Во тьме раздался плач ребенка. Вздохнув, глаза закрыла мать. Безжизненной руке его ручонка. Последний миг смогла поцеловать.